Вова, говорю, интервью, где мы? В ебенях каких-то. Нас кто-то куда-то завел. Спуск начинается. Я поехал. Так. Вы смотрите, если какое-то засадное место будет, я буду останавливаться аварийно. Ну вот этот спуск. По мне надо сейчас ехать до упора, остановиться, лагерь поставить, уже отдыхать, потому что он будет. Там что? Все, боимся и едем. Ой, лучше не бояться и ехать. Джимник скрывается в ночи. Ну, вторые, да? Ну да. Смотри, к чему нам завтра готовится. Нас на веревочке вытащит. Плохо, что я дорогу, блядь, не вижу. Сейчас прямик, потом направо.